Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня я буду слушать какую-то Лиду или какого-то Лиду, не знаю, тут у вас не угадаешь. Это новый исполнитель для меня и его новый клип под названием «Гэнг Бэнг». Уже 2019 год, вот когда не успевает, тут всего прошло еще и недели нет, а уже «Гэнг Бэнг» на подходе. Только что был снег. Девочка, ты замерзнешь. Еще одна. Окей. Следуем во рту, на последнем перерыве забиваемся на движ. Наша искренняя грусть, драматичнее, чем Париж. 10 лишних таблов за любовь. Пенка с губ посредством на мраморный пол. За кого-то на телах блестят порезы от ножей. Я смотрю на это и не могу понять, зачем тогда вообще нужна любовь, если у меня есть жанр, если у меня есть кровь, что готовы на все. Я строю гэнг-бэнг. Ну так как бы для того, чтобы просто поплясать, то нормально. Что это тут про другой, да? Опять работа. Не знаю, куда меня несет. Со мной крестит параллельного класса. Готова я на все. Ее подружки такие же, как она. Мы добиваем что-то фиолетовое дно. Говоришь о чувствах, мне смешно. В этой куче страсти поняли мы все. Если это приносит только боль, то скажи мне, дружок, зачем тогда вообще нужна любовь, если у меня есть джанг, если у меня есть хаос, что готовы на все. Я строю гэнг-бэнг. Накопать окей, позову туда весь свой класс. Я строю гэнг-бэнг. Что такое гэнг-бэнг? Что-то тут есть какой-то подтекст, о котором я догадываюсь, или я уже его просто ищу там, где его нет? Но иногда я вспоминаю твои зеленые глаза, поджигаю дуб и плачу. И ты знаешь, что любви нет и не было никогда. А это значит, я устрою гэнг-бэнг. Я устрою гэнг-бэнг. Я устрою гэнг-бэнг. Ты не дрожь? Я устрою гэнг-бэнг. Я устрою гэнг-бэнг. Я устрою гэнг-бэнг. Я устрою гэнг-бэнг. А ведь Лукимин был прав. Я поп-панк проект и эмо. Доктор! Скажите, пожалуйста, кто же на самом деле я? Тот конченый пидорас в очках или нормальный, реально классный парень, который трахает телочек? Ты так и не понял, да? Ни один из них. Ты... крыска. Блядь! Нет! Пиздец! Что это за окончание? Все, обкурился? Обкурился? Хочу умереть. Пачка сигарет в моем кармане. Жизненно. А теперь очень важная информация. Я делал этот клип на протяжении 3 месяца. Потратил очень много времени, сил и кэша. Именно поэтому я прошу тебя, поставь, пожалуйста, лайк. И напиши свое мнение в комментариях. Это очень сильно поможет в продвижении видео. И мне будет приятно. Второе. Моя мечта — делать самые масштабные, необычные и разъебные концерты в мире. Я подумал, что надо с чего-то начать. Так. Ну, это же мне не обязательно слушать, правильно? Значит, смотрите. Как бы музыка такая веселая, заразительная. Вот, и это, ну, большой плюс, ну, такая танцевальная. Вот, но если не смотреть на его движение, то и не знать, что такое, ну, не догадываться, что такое гэнг-бэнг, то, в принципе, в общем-то, все хорошо.
А когда он эти движения делает, то сразу наталкиваешься на мысль, что что-то тут не то. Что-то тут про другое. Вот. И опять, если не вникать в глубокий смысл того, о чем он там поет, о том, что любовь не нужна, нужно кое-что другое, этого достаточно. Я с этим не соглашусь. Ну, пообщавшись и послушав, почитав ваши комментарии, я сделала вывод, что для тех, кому до 20 или там до 18, для них важно, видимо, этот тестостерон и в башку вдаряет, и поэтому гэнг-бэнг лучше всего для вас. Вот. А для всех, кто постарше, уже и любовь нужна. Вот, собственно, и все, что я хотела сказать про Лиду. Качает. Качаемся вместе. Всем пока.